реализм сражения. Эксперт. Она его не отпускает. Так, хорошие новости, у меня не работает Steam контроллер. Это все, знаете почему? Потому что у меня компьютер мощный. Нет, серьезно, у меня он просто его потерял. Найми детектива. Блять, вы такие смешные. Да конечно, как ты? Я пиздец вообще. Там все нормально заработал. Я пригласил Санька. Я поставлю 10 минут, наверное. Да. Пароль 1235. Там. Проталкиваем тебя по интернет-каналу. Понятно. А почему друзья мои не в сети, друзья? Не знаю, я к тебе просто. 1.05, да. Да. А вот Purple Geeketa есть. Потому что вы уже ко мне заходили, все понятно. Какой у меня процент побед? 34. Ебой, у вас меньше всех. В смысле, у вас меньше, чем у меня. Задрот. Да. Да я не играл без вас, вечера. Да конечно. Вот у тебя, Саша, самый худший процент, понял? Мне похуй, я и не играю. Так мы не играем, Саша. Подумай об этом. Не по хую. Да-да-да. Давайте шляпу не выбирать, пожалуйста. Выбирай, блядь. Все выбирай, все, что попадется. А вы там новые покупали какие-то режимы? Да, я, кстати, покупал. Да, но я, по-моему, мутаторы покупал, а не режимы. Да точно. Хотя же мне. Ой, у нас души сейчас будут, пиздец. Что мне играть? Вот давай мне опять, я буду главным, блядь, 5 минут. А чё мы сюда душ? Слышь, я же ее взял. Давай теперь запустим, у меня геймпад не включал. Ага, началось. Я с клавиатуры, как все. А почему это? Что это происходит? Чего я умер? А я могу еще возразить. Да блин. Ничего ты не можешь. Я даю вам фору. А, я вот я купил сахарную спешку. Что мы здесь делаем? А что делать-то? О, понятно. Вот только Саша знает, что делать с этим дерьмом. Так это моя. Блин, я умер. Не могу свою интересно взять. Я ничего не понял, что вообще произошло. Надо, короче, брать свои карамельки своего цвета и себе. Я просто съел какую-то карамельку, я не разбирал, какая из них моя. Я просто взял и съел ее. А Никита играет в итоге с нами? Нет, меня выкинул сейчас, посидим. В смысле тебя выкинул? Ну, давай ты запустим, может, тогда. Да бот. В смысле, я сейчас присоединюсь, и все. А как ты что-то бомбил? Кто ко мне подойдет? Давайте. Кто самый умный? Понятно. Суки. Всё. Я показывал, что тут стоит. Тут вот Сашин труп, короче, очень неудачно стоит, он замедляет меня в прыжке. А, ну все, тебе пиздаем. Блин. На. А как ты выиграл? Ты же умер. Я выиграл. Я вот. Я хороший. Во. Ну а эти фору дают, у меня мутатор поставлен, чтобы типа тот, кто выигрывал, он немножко подсасывал. Но сейчас Никита будет подсасывать, по-моему. Вот, нет, тетрамина. Так-то ты. Да? Тетрамины. Тетрамины, но это тетрис, там, короче. Вот. Чё?
Ну, надо будет, короче, с блоками что-то делать, я не помню, правда, что, по-моему, уворачивался от них и, типа... Я люблю все это, да. Да, я тоже Тетрис люблю. Блять. А у тебя нет. Да и меня тоже. Он не любит. Взаимная любовь. Блять. Тетрис выбрал Сашу. Пажетнов его любит. Это ебучая погоня за шляпу. Блять, кто выбрал шляпу? Вот серьезно, какая? Я... Ненавижу тебя. Да сука, я еще ни разу, блять, их не взял. Заебали. Вот если бы с нами Лёня играл, как вы думаете, как, какие бы звуки он издавал? А ну все ясно. Да. Петух. Закрылся там и нахуй. Сейчас я вам магазин света выберу, блядь. Заебал. Кто выбрал сейчас? Я. Нихуя себе. Короче, щите эти ёбаные конфетки. А я съел конфетку. Кто-то не съел конфетку. Пиздарики. До свидания. Вон она, а нет. Это надо свою конфетку. Где? Где моя конфетка? Где я-то вообще? Все, ты сдох. Ты застрял. Почему я застрял в туре, блядь? Что происходит вообще? Я думал, эта игра так не умеет. Короче, никто нихуя не нашел, да, походу? Да где конфета-то, блядь? Нет, игра со мной вообще нечестно поступила. Почему никто не жалуется, что нечестно поступила? Все нормально. А, ну ладно, раз вы считаете, что нормально, тогда, наверное, действительно. Чего я жалуюсь? Ты просто петух. Ну да, это да, это еще конченый петух. Че, может, маджику поиграем, блядь? Это надо было выживание поиграть, на самом деле. Может быть, там... Да, действительно. Не-не, там выживающий, кстати, прикольный. На нем осваиваются многие магики, и ты просто понимаешь механику. Мне кажется, хорошо. Мы, собственно, в него, по-моему, играли в то время. Кого? Во что? Выживач. Блять, а тут-то что сейчас будет происходить? Ёб твою мать! Что, блять? Да это нахуй не вообще, блять. Виноват Толик. Да, виноват. Мне вообще нравится. Гаси свет, гаси, ёб твою мать. А это что? А, понял. Блять, я умер. Блять. По-моему, Никита там даже персонаж надулся немножко. Да. По-моему, мы сами себя убиваем. Ты думаешь? О, шляпа. О, шляпа, это же мой любимый режим. Как в него играть, блять? Где шляпа? Знает только Саша. Блядская шляпа, нахуй. Уже не я. Все, я заебался, короче, я не буду шляпу играть никогда. Можно вообще ее исключить из игры? Да, ну типа вообще убрать режим вот это всегда. Вот такой ёбнут просто. Нормально. Ненавижу шляпу, реально. Особенно когда тушите свет. Да нормально. Туши свет. Сливай воду нахуй, блядь. Тушите свет, мы такая программа, да, была еще? Оп, оп. Типа, что начало шо. Кого? Ну, тушите свет, программа такая была, да. Да, я молодой, да. Опять я, давайте, я опять тушу свет. Блять. Гаси свет, это вообще классика. Ну, порхай этого. По фантомные прыжки давай. Да давай, бля. Такие мрази. Сейчас ничего не будет понятно. Вот просто как хочешь это тебе проходи, вот просто вот ни херша непонятно. Он делал свое дело и делал его хорошо. Души. Сходите в души. Души, муши, гуши. А прыгать-то нельзя. А, да, у нас же фантомные прыжки, блядь. Конечно, блядь, Саша, давай, собирай эти души, давай. Сука, я сдох.
Стоп. Да, блядь, иди прыгнуть же. Сука. Ой, я воскрес. Саша, что происходит? Я хуй не ебу в душе, блядь, вообще что происходит. Блядь, как собрать? Она ж не прыгает, ни хера. Я опять сдох. Да, сука. Да, я воскрес. Да, я воскрес. Я Иисус. А, я тоже могу воскреснуть, что я туплю-то? Ни хера я не могу, короче, я понял. Я тоже. А чё, я выиграл? А, вы воскресли вообще, чё вы? Кто мы там? Там просто надо, видимо, ждать какое-то время, если ты не успеваешь схватить душу. Зачем ты выбрал этих дебилов, которые вообще хер просышь, как это делать? В смысле, разворот? Какой еще разворот? Вот смотрите, вы типа двигаетесь, и я это... Кстати, почему у меня реально красносно был? Я как колобок стал. Как живота? Да я ваш, блядь. Ваш размуху дай, блядь. С вашими, блядь, фантомными прыжками и баллистическими, блядь. Хуй просышь, прыгает, когда ты не ждешь, блядь, этого. Кстати, Саша, у меня был к тебе вопрос, что такое академическое определение, ёбаный на свай, можешь мне дать, пожалуйста? Да. Блядь. Вот, он просто прыгнул, когда не надо, потому я и проиграл. А что вообще, как вообще чат-то мы будем карантинить, блин, сейчас? Это мы. Кто выбрал фантомные прыжки? Я хуй знает. Я. Никита, ты теряешь очки дружбы в нашей компании теперь. Ты просто не заслужил, кто съел мою конфету, блядь. Просто гаси свет, как бы было. Я не знаю, я больше мутаторы включать не буду, короче, хуйня какая-то. Да, в смысле, весело же. Охуеть просто вообще, ебать, как весело, прыгать не получается, и вот прям, знаешь, вот прям, вот как не весело. Видно тебе? Где моя конфета? А, не, а, нет, я как прыгать-то? Прыгни, блядь. Вот смотри, я вообще, прыгаешь. Я геймпад положил, и он сам прыгает, вот видишь? Он не могу. Так это потому, что они двигаются. Кто двигается? Остальные, Саша... Я не понимаю, как это работает. Толя. Он перестал прыгать вообще. Да, мне вообще не прыгает. Конфеты бери, конфеты бери! А, походу, прыжки Саши зависели от моих движений. Типа, прыжки Толя, пошла их от твоей... Я не хочу в этом разбираться, я не хочу ничего знать. И разговаривать с тобой не хочу. Так теперь. От кого мои прыжки, блядь? Прыгните за меня! Толя, как ты нам выбраться отсюда? Я бы понять, я вообще. Тупо. Блядь, всё, я хочу просто сдохнуть, нахуй. Кто-то выиграл в пустоту. Если, блядь, нихера не сделал, блядь, и выиграл. Хуя себе дольше всех держал. Давай, сейчас весело будет. О, вот это вообще пиздец. Удачи, блядь, тут вообще нахуй пизда, блядь. Ну всё. А может не прыгнуть, да, со стемника? Блядь. Сука. Вот это подстава, блядь. А что можно прыгнуть? Подросток Рик! Дайте мне, дайте мне. А, мелкий Рик. Блядь. Гаси свет, давай. Гаси свет. Да так интересно. Пошел нахуй, Толик. Fuck you, Бэтмен. Fuck you, Толик. Даже непривычно бегать. А, плевать. Непривычно бегать, свет еще что-то как-то... Блядь, нет, Саша, иди нахуй. Иди нахуй, блядь, Саша. Сука. Блядь. Всё, я выиграл. Я всё сделал для того, чтобы он не мог победить. Но я всё равно выиграл.
Я, короче, пошел уже, а то уже поздно. Да, я тоже пойду потащу что-нибудь. Ладно, давайте, пока. Давайте. Значит, да. Дадут там, дадут, так, наверное, что-нибудь. Так, спада дадут, да, монеточки дадут. У меня пятый уровень. Мне еще посуду мыть. Взрослая жизнь, отстой, надо посуду мыть. Поздравляем, добро пожаловать на пятый уровень.